Настя, сделай что-нибудь. Надень маску, карантин же, Настя. У меня для тебя плохие новости. Ты всего лишь реквизит. Ты кто? Никто. Вот ты никто, посмотрите-ка на него. Полиция, она только что сделала себе бутерброд и в нем 4 куска колбасы. Мои мужчины не подарили мне ни хрена. Все отлично, все в фокусе есть. Это вкусный напиток. Little Big – это всегда очень круто. Тебе понравилось, Руслан? Сейчас будет манишот. Манишот. Манишот сейчас будет. Манишот сказала, блядь. Музыка. Это Садовая улица. Это Даша. Это я. Мы идем в гостиницу «Метрополь», потому что первая локация и первый день, собственно, пройдут у нас в гостинице «Метрополь». Вот я иногда хожу по городу и думаю, что происходит вокруг? Наверняка что-то интересное. Ведь кто-то будет ходить сегодня по Садовой улице, а здесь, наверху, будет сниматься клип. Круто. В общем, вот так выглядит зал. Катюха встречает нас в «Метрополе». Это стол покерный. О, привет, девчонки. Да. Что вы заказали себе? Все скромно. В общем, мы находимся в гостинице «Метрополь». Тут зал с колоннами. И сейчас тут ставят свет. Мы крутим, чешем всех подряд. И скоро начнем снимать. Это Пяза. И Саня. Ну что, стартуй, как говорится, или пяздуй. А есть что? Очень эротично. Скоро начинаем всякие дела делать, снимать. Это вот совершенствованный фанатен, заражился, парень. Да, чуть-чуть поднялся после бассейна. Духи просто отлично продаются. Давай отрепаем движение Руслана с камерой на ремонт. Часики стырешь, да, сейчас? Давай, пройдись, как будет твоя походка. Смотрите, это ассистент стилиста из Киева. Теперь часики у наших людей. Играть, привет. Че, обидно, что с тобой не целовался? Вообще-то да. А, привет. Со мной тоже только что целовался. Че? Суббота, 7 марта, первый день съемок. Я смогла пописать, но я расстегнула все платье. Я все тебе сейчас застегну обратно. Пойдем. Девочка моя, нас ждут уже. Тебя ждут, ждут. Давай, давай. Да подожди, ты у меня в туфля. Ван Маргарита, пожалуйста. Гок Сергей. Здравствуйте. Ван Маргарита, пожалуйста. Здравствуйте, повторите, пожалуйста. Маргарита, есть у вас? Маргарита, конечно, обижаешь, красивая девушка. Конечно же, у меня есть Маргарита. Мой Маргарита самый лучший в мире, Маргарита. Хуэр. Когда ты попробуешь мой Маргарита, ты не сможешь пить никакой другой Маргарита в мире. Ты посмотри. Класс. Камера идет. Только что Соня попросила меня подписать ее кадры, проститутка. Я не могу ей отказать, пожалуйста. Красивый такой мужчина в кадре, я даже не знаю. Готовы? Да. Включение у нас тут по несколько раз люди снимаются. Наша команда любит забирать с собой с клипа в клип разных людей. И вот у нас есть такой человек сегодня на площадке. Кто-то смотрел МОК? Пожалуйста. Это был я. В прошлом клипе вы были такой отвязный чувак, а в этом вы серьезный бизнесмен, видимо, который играет в покер. Не знаю, мне кажется, что я больше на цыганского барона. Ну или цыганский барон, да, его, да, но да, там что-то серьезное, то есть человек непростой. Да, 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 не просто так пиво выпить зашли, да, ну да, ништяк, просто, всего давайте пиво. 5, класс. А, давайте так у нас будет, испуг на и раз мы замерли. Ты что здесь делаешь вообще? На... Подглядываем. 2, 3, мы обмикаем, да? Юр, Юра, я правильно обмикаю?
сверху, думаю. Да, да, да. Еще раз, еще раз. Смотри, а потом надо по крупничкам, чтобы они часы сняли. Давай попробуем еще раз все. И раз, два, три, четыре. Вот и все. И зафиксироваться. Да. Финально мы прикольно. Давайте попробуем. Мои руки это Ильич. А, блядь, я сам Ильич. И раз, два, три, четыре. Да, очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо, Юра. Потрясающе. Тебе понравилось, Руслан? Да, очень понравилось. Хочешь сказать, ты все это умел? Ты умел обмекать, да, до того, как Юрец тебе показал? 30-летний опыт обмекания. Так, хорошо. А кто-то еще, может быть, умел тут обмекать до этого мастер-класса? Обмекали все периодически. Слушай, у любого мужчины такое случается, к сожалению. Я расскажу. Так, теперь мы делаем ограбление. Ну вот, смотрите, все, вход идет. Помогаю рабочему процессу, как могу. Протиралище происходит. Ну-ка. Ну хорош, хорош. А как вы добычу делите? На глазок. Мало кто знает, что он тоже скоро свадьба, и он как раз выбрал себе костюм. Рада и два Дмитрия в кадр. Слушай, ну не пресли, я никогда не видела такого потрясающего костюма у жениха. Максимально. Вот что значит. Рейв, диско, группа. Вот так вот круто. Так что поздравляйте Антона в комментариях или у него в Инстаграме в комментариях. Вот так вот его называют в Инстаграме. Забыл снять бленду и делать вид, что не замечает этого. Кого? Бленду. Что такое бленда? Бля. Что такое бленда? Закрывашка объективная. Бленда? Отвечаешь? Нет. Но слово красивое. По-моему, 9 из 10 операторов рекомендуют бленду. Как называется закрывашка? Крышечка. А, блин называется? Отвечаешь? А, да. А он оператором увидеть можно. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Смешно же. Идет камера? Покупайте мерч. Камера идет. Скажи! И раз. И пошел Антон! И ушел! Снимаешь влог, как снимали? Да. А выйдет в ноябре? 2028 года. Все, ты правильно угадал. Кстати, такую хорошую рекламную интеграцию вставила. Вот прям. Какую? Потом найдешь уже, что интегрировать. Спасибо. Руслан оценил. Пойду продам. Сейчас я покажу ситуацию, в которой наверняка бывал каждый из вас. Просыпаешься утром, все четко спланировано. Умываешься, идешь на кухню, собираешься делать завтрак, открываешь холодильник, а там... Да, на поход в магазин минимум полчаса, а дел еще куча. Ну что, останусь без завтрака или, как обычно, съем, что попало по пути. Еще недавно такой сценарий был очевиден, но теперь есть Яндекс.Лавка. То же самое утро может пройти совсем иначе. Вам всего лишь нужен телефон, приложение Яндекс.Такси, в котором уже есть Яндекс.Лавка. Захожу в лавку, заказываю любимые продукты и кучу других важных вещей, о которых вечно забываю. А еще там есть готовая еда. Это очень удобно. Проверяю заказ, подтверждаю, оплачиваю одним кликом без очереди и теперь могу сделать йогу, собрать вещи, полить цветы, сделать макияж. Но на это у меня есть совсем немного времени, ведь уже через 15 минут заказ из лавки в красивом бумажном пакете будет ждать меня под дверью. Одним нажатием можно заказать домой продукты, бытовую химию, предметы первой необходимости и даже готовый завтрак. Я заказала себе кашу, и пока она греется, я проверяю свой заказ, раскладываю кое-какие продукты по местам, оп, и завтрак готов. Ах, кайф! Реально, будущее уже наступило. Заниматься своими делами куда приятнее, чем стоять в очереди.
Сонечка как последний герой, знаете, отчаянный псих, там не свой, не чужой, потому что она постоянно страдает. У нее то сиськи мы скотчем залепляли, оторвали сиськи, то теперь у нее платье царапает шею, плечо, все. То у нее ноги синеют от туфель. В общем, бомбит и синьорита. По крайней мере, сегодня не нужно в костюме собаки нырять под водой и да, без воздуха. Да, и сдыхаться. Не нужно падать и ломать нос, а маты. Не нужно... Что еще там я делала очень... Да, разное. Висела на стене, да, и да, почти падала, да, в обморок, а то, что мне пережимало. Отнимались все, ноги. Все вены. Ну, все впереди, Санька, все впереди. Когда-нибудь у меня будут комфортабельные съемки, я верю. Да, надеемся, да, и верим. Вот так вот цепанули, девчонки, смотрите. Цыганский барон Соня. Спасибо. Знала, с кем тусоваться. Ребята, Ильич ближе к Соне. Нет. А Вова ближе к Ильичу, а он ближе. Больше хочет обстоять. Алин, мы так не сможем. It's not dance. Над нами? Это верхом. Там день рождения или свадьба, или что? 8 марта. Может, все что угодно там. В общем, у кого-то праздник, у кого-то работа, да? Понятненько. Ой, спасибо. А мы завтра будем отмечать наш завтрашний праздник? Ништяк, хорошо, ребята. Завтра 8 марта, если кто не знал. Маша, у меня для тебя плохие новости. Ты всего лишь реквизит. Блять, ты кто? Никто. Вот ты никто, посмотрите-ка на него. Я хотя бы реквизит, блять. Я чё, живу свою жизнь, существую просто. Потомушка. Это вторая сессия? Да, они пытаются пробить его автограф, чтобы потом подделывать чики. Нормальная схема. То есть в банке он подписывается мистер клоун. В паспорте тебе мистер клоун подписывается? Да, конечно. Потрясающе. У меня два паспорта. Хороший ход, да? Чтобы узнавали. Ребята сидят с открытыми ртами уже, наверное, 147. И знаешь, как бы я не понимаю, как будто вам даже побольше, ну типа, не понимаю, чем ребята. Мне кажется, это уже обычное их состояние. Да, домой. Руки! Не играют. Энергия манишота. Сейчас будет манишот. Еще раз. Манишот. Еще раз. Манишот. Манишот сейчас будет. Что? Там как будто бы все вообще было. Чуть-чуть тебе кажется, Соня, чуть-чуть, но мне кажется, уже не критично. Скажи, пожалуйста, что это манишот, ради бога. Мой почти сработал. Эльдара был только что, и он стал очень лучше. Что это манишот. Еще раз. Манишот. Еще раз. Манишот сказала, блядь. Все, пробуем. Музыка! Стоп! Алинин манишот не работает, походу. Я вообще никогда не работал манишот, ни разу. Ладно, давайте я еще раз попробую. Может, давай, наколдуй. Ты колдовал, кстати, нормально. Илья. Ну, пока что это лучше. Да. Все, ребята, спасибо вам огромное, вы выдержали это. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Да, давайте аплодисменты. Больше любви. Кажется, 2 часа прошло, танцы закончены, ребята отпустили. Нам нужно снять еще буквально несколько сцен, мы свободны. Но завтра то же самое повторится. Восьмое марта, второй день съемок, все поздравляют с праздником, мы ничего не понимаем, пытаемся отправить обратно все открытки из WhatsApp, люди в шоке, а все я плачу, потому что я единственная дама в мужском коллективе, а мои мужчины не подарили мне ни хрена. Ну так, на всю страну зачморила своих пацанов.
Подумайте, think about it. А мы ту камеру убрали? Ха! Ну, сугали? Да. Вообще так. Да вроде достаточно 12. Йо, да, а не будет, а будет отлеваться? Ну, заебись. Это Макс. I just try to find my way. Рома, ты какую сумку берешь? Я возьму вот эту вот штуку. Нет, я возьму корону. Я возьму плакат себе. Блин, Рома. Ну что, ребята? Сейчас. Просто ебошим. Просто на Ильича нападаем. Мы закрываем дверь и выезжаем быстро. Катя, где наша база? Вот база. Эти лампы можете не крутить. Статичнее. Ты сделала, да? И статично. И такая. Да. Ну, то есть, взгляд только может быть. Ну, то есть, такое, как бы, да. Мне нравится, что в камеру. Боже, я не могу. Я каждый раз смотрю. Я считаю, что это лучший лук Антон Сергеевич. Да. У него потрясающие ноги просто. Это что, последний кадр? Нет. Нет. Я думала, сейчас скажет, да, да. На сегодня реально нет? Нет. А что еще? Они должны еще зайти в него. И все. И это будет последний. Да. Ладно, я подойду позже. Извините, пожалуйста. И раз, два, три. Убрали. А что ты снимаешь? Я снимаю, в общем, хотела сказать людям, что час ночи. Мы снимаем предпоследний дубль, а после этого мы снимаем последний дубль. Сворачиваем лавочку, едем домой отдыхать. Завтра собираем Антона, жену Антона на свадьбу. В общем, отмечается Антошкина свадьба и еще один день съемок. Ритка супер лапка. Так, что сидим, пацаны, что делаем? Пятитэшечки. Чё? Пятитэшечки. Вы точно трезвыми на работу выходите, пацаны? Репетиция – любовь моя. Ок. Вы теперь дублёры? Да. Ну, вообще очень органично. Мне кажется, вы могли у кого-нибудь обокрасть. Особенно вот этот. Вообще, как... Не-не-не, мы очень приличные люди. Не-не-не-не, я не такой, я могу все. А Чучи на подходе? Чучи. Как их? Вощи? Вощи. Вы знали, что у него вощи? Вощи – это вши, да. Пу-пу-пиду. Выскочили. Ничего себе вы шустрые. Вот это вот схема. Тут залезли, тут пролезли. Да. Достойно. Такие. Шальная пуля прошла на вылет. Сережка Гок, ты шальная пуля. Такая пуля. Я хотела думать, здесь скажешь, хочу спать, а ты начал петь. Достойный. Вот такая секретная штучка. Чтобы показать улицу, нужно... Ой, ловите этот... Тихо, пацани, вы чё? Вы ехали немножко назад, чтобы улица была видна. И вот такой вот лайфхак. Это называется еще подворовались, знаете. Слушайте, мне кажется, будет. Да, сейчас спокойно зашли. Поздравляю вас с окончанием второй смены! Ура! Вот что такое? Элегантно, ничего не скажешь. Чур моё! Вот, посмотрите. Посмотрите, тут все в каких-то потрясающих картинах. Оп, оп. Вот так.
в автобус. Директор, привет. Первый, второй, привет. Я. И пару людей. Да, куча людей. Мы едем тусоваться, а завтра сниматься. Последний день съемок выпал на преддверии карантина. Та-дам! Сели в последний поезд. Последний поезд. С очень день нельзя ничего снимать. А, реально? Ну да, сейчас фильм отменяют. Какая разница? Вот это мы успели. Да. Так вот выглядит герой нашего времени, который сегодня должен был лежать в больничке или дома отдыхать, пить супчик, но пришел сюда. Умирать на площадке. Что вы сказали? Так, между прочим, у меня пятый размер груди. Я сделала огромное количество пластических операций. Говорят, что я изменила форму носа, и теперь у меня появилась горбинка. Да. Я знаю, даже я была при твоей операции. Это хирург. Я не помню имя хирурга, но, по-моему, он очень смахивает на синий мат. Кто не знал, эта операция проводилась прямо на съемках, когда мы снимали «I'm not alcoholic». Вот эти кадры, это было в прямом эфире. Знаете, многие звезды делают операции в прямом эфире, ну вот для ради хайпа. Вот, пожалуйста. You better drink this shot. We gonna get you wet. We gotta drink it all night long. Идеально, просто идеально. Но мы следуем за Кириллом. О, рабочее место. Босс, температуру померили? Да, у тебя единственное, кстати, померили. Опа. А что, я в списках? Что? Настя совершенно серьезно повела меня мерить температуру. А мы на улицу? Там же можно заболеть. Нет, давай туда. Ой, как холодно, ужасно. Это выглядит как скотобойня. Пизда. Я первый раз хочу. Ну хорошо. Здравствуйте, это тут наш визажист проскочил и не померил. Померите ее, пожалуйста. Шей. Температуру померить. А, вы к нам отправляете температуру? Да, всех наших. Хорошо. Боже, а такой домой можно купить? Это общественный термометр? Без понятия. Или специально? Вот у нас и работала с медицинского оборудования. Круто. И у меня все нормально? Ты здорова. Да, yes. Хорошо, все, все порядок. Спасибо. Я могу работать? Да, все. Спасибо, никакой заряд. Ты там стоял, за удобно стоять. Нет, ну я понимаю, что куда стоял. Только так. На карантине только так. Мне нужна трубочка. Все отлично, все в фокусе есть. Ну, какой вкусный напиток. И попришь туда, может, все. Ну, главное, фокус у нас Юра, ага. Слово, центру, Сань. Все друзья детства написали, что... Просто давай руки тебе нужны, не будешь, что ты на замок, а просто, что я не буду тебя лежать. Ну, фотку твоего лучшего друга зашли сразу. Ну, это, если что, моя лучшая подруга. Все, отлично. Давайте делать. Все, живем. Камера поехала. Юрка много твоих пальцев. Да. Поехал. Борода на карантине. Сладкая булочка. И давай. Серфер облачный. Достойно, где так научился? Гачи. Здорово, чё куришь? Каляку-маляку. Не-не-не, ты должна сразу, ну, голова сразу уже как бы, ты смотришь на них через очки и потом поднимаешь, да. What? И как обычно у нас, Даша, вкусно ли тебе? Что? Брокколя. Да, что, брокколи? Зовет. Приятного аппетита. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Горошечки. Че, покурила? Горошек теперь хрумкаешь, да? Ребята, у нас проблемы. Вы слышали, что в Америке очень все начинают продавать оружие, все боятся и закупаются. У нас тоже, кажется, тут ну кое-какие проблемы. Блин, это наш стилист. Что делать? Прекрати, пожалуйста. Подожди, меня угрожают, я не могу. Ужасный человек. Настя, сделай что-нибудь. Надень маску, карантин же, Настя. Настя, сделай теперь что-нибудь, пожалуйста.
Надень маску, меня засрут. Смотрите, узнаете это лицо? Йоу, пис, чекиряу, собачий патруль. Как дела? Нормально. Сити-коп, ничего себе у вас получилось. Я так понимаю, продолжение, да? Да, есть. Ну, видите, я там был копом с Элисом, теперь здесь копом с Элисом. Да, земель мой. Витебский, Беларусь. Пойду подниму. Давайте, давайте. Давай. Ага, готова? Проснулся. И давай. Все, был, хорош. Я делаю типа... А, и падает на штук, да? Да. Что курите, мадам? Я красненькая. Это каляка-маляка. У тебя тоже каляка-маляка? Каляка-маляка. Тут в Флориде уже курила каляку-маляку. Ну, не было не красненькая каляка-маляка, у меня покрепче. Угу. Ну, ты такая девчонка. Любишь покрепче. Кузьмич. Давай. Ты кто? И давай. Ура! Победа! 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 10 очков Гриффиндору. Попробуй рот не просто открыть, а вот так сделать. Сейчас я сделаю. Ну, давай. Сейчас я сделаю. Да. О! Вот он был. Еее! Можно челюсть обратно вставить? Есть, можем. И давай. А это наша гримерка. Все тут отдыхают и пьют чаёк. Это Мазимеля. Витебск. Как дела? Отлично. Опять из Витебска прилетели на съемки, да? Кто не помнит, это тоже коп. Только теперь это сити-коп, а был дог-коп. Собак ловили. Повышение, видите? Достойно. Поздравляю вас. Thank you. Thank you. Просто отвернем от стола и оставим его. Ну, чтобы им... Да. Нет, на нем нет ничего. Не долетело. Пидорас. Пидорас не дошло. Шарады? Понимаешь? Вот, правая рука пришла. Шок. Ты в порядке. Шок. Ну что, готовы? Рыбка. Ребят. Вот это голова. Реакция? Да, это скорее не испуг. О, бля, что нахуй? О, транс. Да, потом входим в транс, и вот здесь уже резкий испуг. Да. Хуяк скачу на стол. И... У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Блядь, чувак перед тобой скачет, что за нахуй? Сука, пидоры, блядь, окружили нахуй. Сука, ёбну и, блядь, боюсь, не ёбну. Потом, по моему щелчку, так же дальше. Вы выходите из транса, ну и как знаете, вдруг очнулись в другом помещении. Где я? Да, проверить, что драгоценности, да, все на месте. Все. Ну, вы не понимаете, что происходит. И перед вами, ну, на столе мужик. Вроде ничего, но это какой, зачем? Мужик. Да. Стоит. Все-таки. Это мы находимся в Лотте Плаза. Или там Лотте что-то. О! Только ворвался и уже сразу покушать. Нормально работка, кулачок. Не боится коронавируса. Ты посмотри на него. Локтевой кулачок. Локтевой привет. Ага. Пиздец, тайна вечеря. Потрясающе. Слушай, это твой личный туалет, да, тут?
А экскурсию проведешь? Можно без тебя туда заходить? А с вами? Внимание, прошу, Мария. А это чья картина? 19 век, наверное, какой-то. Очень старая? Очень. Дорогая? Не очень. О, это ничего себе. Чё? Ничего себе! Да, тут можно даже помыться. Попку, если закончилась только на бумагу. В городе мы знаем, где можно. В кабинете у нас. Да, пожалуйста, ребят. Все, тут развлекайтесь. Ой, спасибо. Давай. Ну, ребят, увидимся. Переоделась такая. Типа не ты была, я тебя узнала. Ты же Натюха Антипова, да. Объясни мне, что означает кнопка «дети»? Ты срочно из толчка достается ребенок или что? Срочно рожается? Объясни мне, на твой кабинет или что? Ой, блядь, ой. Сейчас как в лицо там пшикнет. Ой, как страшно. Я боюсь. Ты знаешь, что они за каждым человеком дезинфицируют туалет после каждого того, как каждый из нас пописал. Они дезинфицируют туалет. Достойно. Хороший съемки. Ой. Че, совсем устала? Смотрите, какая красивая вышла девчонка. Видели, какая у меня красивая девчонка? Там просто очень душно. Да, это правда. Там невозможно душа. Невыносимо. Почти 40 лет. Стариканы, а как жгут, да? Эх, похлеще молодых. Можно поближе будет. Так, а не видно нижний? Смотри, Олег. Нижний не видно. Снизу как тебе такое? Леща говорил, нихуя я не смеюсь. Он смеется. Я делаю так. Ничего. Это не щито. Он смеется, я отвечаю. Это же я прям видел темп. Вот, а что делать? Ну, это понятно. Ладно. Давайте еще раз. Ну, правда, ну не смейся, пожалуйста. Вот да, видно, что. Представь, что ты настоящий актер. Готовы? Да ты первый на... Сейчас да, но до этого так ты... Это в отместку, Юра. Кто не понял, мы находимся в отеле Лотте. Это модно. Стильно молодежно. Да, очень классный отель. Вообще, респект. У нас тут уголок. Туалеты, это тоже больше не найдете. Вот, мы здесь снимаем в маленьком уголочке, притащили покерный стол, поиграли в покер. Кабинет мне сделали. Кабинет на Стюхин, да, все видели. Вот, такие дела, продолжаем съемки. Я у респект. Кого сейчас играешь? Ничего там нет. Кузьмича все помнят? Иисус? Доктор? Я тебе делаю модный кадр, знаешь? Камера когда крутится вокруг. Я должна стоять и сегодня присутствовать. Давай, и... Ну, типа того. О, до свидания. Вы что, все? Вы отснялись? Мы отснялись. Я вас поздравляю. Спасибо вам. Вам понравилось? Огромное удовольствие получили. Вы такая актриса. Счастье просто было. Вы такая актриса просто. Вы не могу. Или вам это Паницкая с клипа Лупутена. А, да ладно, ой, круто. Я Юлю, кстати, красила. Блин, кайфово, вы супер. Хорошего вечера вам. Всего доброго. До свидания. Вот так вот. Антипова босс, поэтому у нее колбаса с четырьмя кусками колбасы. Потому что я не ем, я не ужинаю. Бутерброд с четырьмя кусками колбасы. Это вообще нормально, по-твоему? Извините, пожалуйста, полиция. Она только что сделала себе бутерброд, и в нем четыре куска колбасы. Я считаю, что это незаконно, нужно что-то сделать. Пойдемте. Нет. Куда? Пожалуйста. Пожалуйста. Пригрозите ей. Нет. Больше никакой колбасы, Настюха. Все, ты на карантине. На колбасном карантине.
Поняла? Да. Непонятно, правда, где это, но нам похуй. А, даже нет. Даже... Главное, чтобы была восьмерка. Спокойно, вот сюда прямо. Сбегайте, типа, фриз! Только не в ту сторону, а туда ходить. Ну какая разница? Фриз! Да. Ну, типа, раз, два, три, все поднялись, сбежали, и все как бы одновременно. Mm-hmm. Да. А кто будет фриз говорить? Да, вон, мне кажется, Элис говорит. Англоговорящий, нет? Да? Он белорус! Фриз! Фриз! И Элис, немножко позлее лицо. Стоите, да, хорошо. Смотрите. Так, ну-ка. Защита пола. И раз, два, три, четыре. Смотрим только вперед. Не смотрите, куда упадет и упадет. И раз, два, три, четыре. Готов танцевать? Всегда. Я рожден, сегодня чтобы выходной танцевать. В музее Мадам Тюссо. Отпустили? Не, я могу потюсить немножко. Давай, давай потюси. В музее Мадам Тюссо. Знаешь, что делают? Тюсят. Реально, до сих пор такой же. Он же настоящий. Как настоящий, реально. Мастер-класс. И прям обманывай. Прям обманывай, что ты едешь, а сама будешь просто катить ноги. Я думала, это серьезный мастер-класс, она учит обманывать. А, ну, а у нее туфли, она ничего так она не будет делать. Она будет просто ехать. Обманывать. Она тем более в ее классе, конечно, будет обманывать. В общем, у меня сейчас жесткие проблемы. Блин, как искренне. Соня попала. Соня попала. Просто жесть. Что это за страсти? Давай тебе проклеим подошву, чтобы тебе скользкие были. Тестикула, и так, барабанная дробь. Проще? Да. Е-бой. Понятно. Все для вас. Может, тоже приклеим ей ткань? Давай, не очень. Давайте сейчас сделаю. На технологии, на площадке. Машенька в конце еще никого не оставит. В стороне. Блядь, ты вертикально мне снимаешь? Это же влог, ты че? Берем двусторонний скотч. Берем черную ткань. Проклеиваем. Обклеиваем. Лунную походку. Вам легче никто в жизни никогда не предлагал сделать. Да, прикорать начинаю. По идее, она... Нет, в основном она, команда. Ставим сандаль. И обрезаем. Базарик. Я помню, как я степлером строительным приклеивала штанины к стрепушным туфлям танцовщицам на клипе. Это какая-то моя карма обувная. Сейчас, смотри. Уже слишком влево. Та-ра-ра-та-рам! 5, 6, 7, 1, стоп! Неправильно. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь туфля с меня. Можем ватку подложить. Машка Францевич классная девчонка. У нее кудряхи, а еще футболка. С моей рожей и с его рожей. И его тоже Машкина футболка с нашими рожами. Смотрим. Ты проткнула ей каблуком сандаль? Да! Такое тоже бывает. Слушай, я, конечно, понимала, что ты пришла сюда подсидеть Соню, но не в первый же клип. Так, ладно. Хотела вам показать. 21.34. Ну что, девчонки бодренькие, свеженькие пирожки. Ходу, давайте... А почему это вы, товарищ стилист, стилист Полина, меня сегодня весь день в кадре вот эту резиночку в руке? Если вдруг вы увидите в клипе резиночку для волос на меня на руке, вопросы я не к Соне. Вообще, вообще не виновата в этом. Спасибо, что я часы села. А теперь нам пора на работу. На работу. Шлёндра, давай, беги-беги. Так, давайте встанем в лесенку и посмотрим. Проститутка. Соня первая. Go hypnodance, go hypnodance, go hypnodance.
Есть! Ура! Ура! Ну что вы радуетесь? Мы еще не досняли все. На папу приходите. Ура! 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 Баби, а вы все? О, смотрите. А вы же все. Можно показать другие сиськи, не мои. Ура! Бум-б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 ум-
Давайте! В рацию кто-нибудь? Кто бы сомневался? Ага. Юра уже занял, да? Все, он дорогой. 500 фишек стоит. Новая рубрика на моем канале «Воровка реквизита». Эту фишку я случайно сперла со съемок и разыграю ее в своем инстаграме. Переходите, там все написано. Персоналити поставили нам. Квазар, это так называется? Астера. Астера, спасибо. Вон квазар. Саня. Хорошо. Ну-ка, как вам съемочки-то прошли, а? Да супер. Little Big – это всегда очень круто. А вы не первый раз у нас? Это у меня уже второй клип. I'm okay. Точно, точно. I'm okay, I'm not alcoholic. Да, у нас, кстати, уже был человек из I'm okay. Я правда не алкоголик, я давно уже не бухаю. Я за ЗОЖ. Только ЗОЖ, только хардкор. Я за ЗОЖ и за Little Big. ЗОЖ, ты пиздешь. Меня снимаем? Ну да, тебе ли не знать, киска, тебе ли не знать. Че, бухать идешь? Пока бары не закрыли, да? Я пошла в баньку. Да ладно, расскажи мне. Все. Пока. Спасибо. Все, респект, спасибо. Все. До встречи. До на встречи. Киноплощадках вселенной. Бро. Туда? Поднимите пока он не сделал. Поздравляю тебя с окончанием съемок. Давайте за Антоху тогда. Шиги-биги, чики-бум. Это же обман. Обманный камин. Дашка, там камин обман. Он же не настоящий. Конечно, настоящий. Да, это ты зажгла? Там еще в обратную сторону огонь горит. В натуре вниз горит огонь. Хоба. Остатки команды, еле выжившие. Нет, да. Это счастливый взгляд, радостный. Так, вообще, вообще. Все плохо, мы снимаем. А то, что должно было быть бревно, оказалось полезным. Бывает. Сюда будет падать бревно, чтобы полный царапался. Мы следим за собой, оставляем чистоту и молодец. Ну, знаешь, когда тебе... Медленно дело. Нет, когда ты сильно улыбался, и потом полностью как бы ослабевает лицо. Ты не спала два дня. Кирилл. Алло. Давай. Ура! 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 Так, коронавирусное прощание, что ли, да? Макаронавирусное. Макаронавирусное. Йоу, локоточка. И ногами, ногами. Не забывай. Давай. Оп. 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 Русские богатыри именно так делали, думаешь? Конечно. Вот русский богатырь сосутся. Конечно. Русский богатырь. Мальчик молодой. Кулачок. Пока. Йоу. Катюх, ты довольна? Очень. Боец. Говорю, вали домой, она не уходит. Вали домой, она не уходит. Да, молодец. Мой бро. Так, все, всем спасибо, всем пока. Пока! Итак, мы с Антохой умываемся. Смываем наше прекрасное лицо и уходим. Вот такая вот съемочка. В темноту. В темноту. Фейдаут. Да. Все, всем пока. Йоу. Йоу. Подписывайся на мой канал. А потом на ее канал.